Александр Викторович, обращаюсь к вам от жителей всего микрорайона СХИ и конкретно от дома Ломоносова 73. У нас опять нет света. Нет его регулярно. Сейчас опять отключили рано утром, обещают дать только поздно вечером. Последний раз отключали неделю назад, ровно неделю. Обращался к мэру. Мэр вообще испугался отвечать на вопрос, передал все в Россети. В Россетях сказали, не, все нормально, мы сейчас все устраним, проблему, мы надежность повысим. Повысили надежность ровно на неделю, через неделю света нет. А это техника, которая портится при отключениях, это холодильники, пропадающие продукты. И самое главное, здесь очень многих котлы, которыми люди топят. Когда нет света, нет отопления. Это чрезвычайная ситуация. Не поступайте, как евреи в Газе, не лишайте людей вообще света. Александр Викторович, вы политик федерального уровня. Вас Путин побаивается, он с вами не спешит встречаться. Вы вообще чудеса творите. Вы подняли на ноги больных, чтобы они за вас проголосовали в сельских районах Воронежской области. Поднимите, пожалуйста, на ноги нашего мэра, Россети наши, чтобы они решили проблему СХИ, электроснабжения и конкретно нашего дома, Ломоносова 73. Очень на вас надеюсь.